Ребята, всем огромный привет! Перед началом видео хочу вас попросить поставить лайк, чтобы я знала, что такие видео вам интересны. Хоть небольшие, хоть коротенькие, но немного о том, что происходит в этом доме. Если вам интересно, то обязательно ставьте лайк, потому что если мало лайков, то видео неинтересны, и я просто не хочу их снимать. Ребята, Алиса сейчас играла в Себастьяна. Эй! Алиса вообще в другом месте. Здесь Себастьян. Привет, Себастьян. Привет. Ну, я фотографировала Себастьяна. Себастьян песенку пел. И потом, когда я просматривала отснятые кадры, я была в шоке. Я увидела огромное, огромное белое пятно. Это был шарик, но он был нетипичный. Он очень медленно двигался. Обычно шарики двигаются очень быстро. Этот шарик двигался очень медленно и по такой ровной траектории. С вами Себастьян Лил. Да. Алиса сейчас в образе Себастьяна. Эй! Ладно, Себастьян, извини. Алиса вообще в другом месте, она ушла. Себастьян, ты как сюда попал? Расскажи. Просто пришел. Расскажи про себя. Ребята, я Себастьян, и это, как вы видите, то есть я мимасик. Я мимасик. Я прикольный. Ты мимасик мой. Мимасик Себастьян. А ты мальчик или девочка? Мальчик. Мальчик, ну ладно. Пока, ребята.